Привет, зрители! Это у нас копы из семейства черепашьих копов. Напишите в комментариях, как этот вид называется из семейства черепашек. У них есть такой вот окрас. Как у зебры полоски белые. Они достигают 5 миллиметров. 5 миллиметров это как клеточка. У таких вот клопов есть уголки. Они очень острые. Они везде бывают. Например, на вот таких вот колючках. Их много там. Я находил 50 штучек. У них есть рожки, как у боевовидной цикадки. Вот есть у нас танцующий, как юла. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!